протирающего снимать. Терентий Игоревич. Барабаш, Горох. Вот такое отношение. Проход опрыскивателя. Подальше, там железная дорога, прямо перед этими. И прям сразу начинается лесополосы. А соседнее поле не ваше? Наше. Там что растет? Ячмень? Ячмень, да. Я вижу, ровный такой, должен хороший урожай быть. Хотя и засуха, ну как-то вроде... Вроде неплохой, надеемся. Фамилия.
Полный бункер? Полный, да. Машину ждем. А кто должен подъехать? Папа вроде. Едет вот. А тут околощи. Ты заходить будешь туда? Нет. Нет. Господь, благослови. Уходит у него сюда. На удобрение пойдет. Так, не помешаю? Нет, давайте я вас отвезти вас туда. Ну да, я тебя посмотрю, потом обратно доеду. Тут у меня велосипед стоит. Мне охота весь процесс сделать. А, вы,
Ждать будем, когда загрузят, да? Да, ты сейчас загрузишь, ты будешь ждать, когда вернется, да? Да, ну это минут 40. Ну тогда что ж, я тогда это уже лишний оказался. Ладно, я оторву тогда это. Вот и ячмень. Небольшой. 50 сантиметров. У меня Иеремия подвез к велосипеду. А Терентий завершает круг. Чтобы наполнить, говорит, нужно ему два бункера. Все знает мальчик. Юноша уже. Вон деревня рядом. Прям рядом совсем. А, завернул. Пробивает дорогу просеку. Пошел на новый круг. Ну так понятно. Все. А поехал на велосипеде домой. Слава Иисусу Христу. Вот Иеремия везет горох. Я успел на велосипеде приехать. Успел поужинать за это время. Ну как? Еще двух карасей не оставляли больших. Нет, не видел. Я там был, нет никого там. Разворачивается. Мать пришла, Елена подъехала. Видишь, как в деревне. То есть пятишься, узкие ворота, там столбы. Я не знаю, будет или нет. Отца, наверное, надо подождать. Опасно очень. Если столб упадет, и крыша повалится.
Прямо возле храма это все. 16 сентября по-новому святого Анфима Никомедийского, столичный город. 32 тысячи приход у него был. И всех сожгли. Вот это тоже ведь это геноцид. Исчезло все это римское. Вот идет староста сам отец. Игорь Александрович. Я хочу показать, как сваливается. Добрый вечер. А где хозяин-то машины? Я ездил с Терентьем. Куда вот лучше-то валить? Некуда, не приготовили, только с пшеницей сделали. Да. Все надо отрабатывать, обрабатывать. Вот этот склад я мерил 502 квадратных метра, а тут 700, кажется. 60 на 12, 720, больше по размеру, длиннее. Три ряда столбов, а тут в новом складе ни одного нету. Легче разворачиваться будет. Вот ласточки, тут много гнезд было, а нынче нет. Сейчас сюда будет загонять машина полная гороху. Вот гороховый суп. Горошница у нас называется. Как это все достается? Первейшая должность человека на земле – добыть пищу. Райская обязанность была возделывать рай. Все сохранять. Вот это и есть. А это вот сушилка, свет такой дает. Солнце вот как сейчас снимаю сзади. Сейчас я смотрю на восток. Выходим, храм рядом. А вот эта половина, а тут дверь первая, это библиотека. Была сейчас, я не знаю, это вот спортзал, два окна. Это вход в начальную школу. А там вход в храм. Вот так. Это березы, все это похоже батюшкина работа. Это поля. С Колунды приезжали, Игорь дал там тюка два. У них вообще нету ничего. А здесь на несколько лет вперед можно за год заготовить. Земля богатая, вода близкая. Вот 6 прудов только сделали, рыба разводится. Вот он сейчас будет заезжать, выше распылилка.
заботы. Нету другого, нету третьего, нет. А машину-то с рук купили. Помоги ему, Господи. А выше не поднимается? Поднимается. Господи, помилуй. А сколько гектар гороха у тебя? Гороху сколько гектар у тебя? Я не сокрытого. Видишь, как это? Машина не работает, все руками. Помоги, Господи, помоги.